В минувшие выходные в Чувашии прошел очередной рейд «Пешеходный переход». Его итоги заставляют задуматься. Пешеходы нарушают правила дорожного движения в 4 раза чаще, чем автовладельцы. Еще статистика. За 11 месяцев прошлого года произошло более 400 наездов на пешеходов. И далеко не всегда по вине водителя. Один из способов повлиять на ситуацию – установка светодиодных полос на переходах. В столице Чувашии это нововведение действует уже несколько месяцев. Перекресток в районе дома МОД – один из самых оживленных в Чебоксарах. Ежедневно здесь приезжают сотни автомобилей, а этот пешеходный переход – один из самых многолюдных. Несколько месяцев назад здесь установили лежачий светофор, светодиодные полосы, которые меняют свой цвет на красный и зеленый. Как это повлияло на участников дорожного движения? Давайте выясним. Это очень заметно, это очень удобно, вот, и очень безопасно, я надеюсь. Ну, это неплохо. Почему? Ну, видно сразу, что надо переходить или надо стоять. Люди и так соблюдают правила, потому что штраф дорогой теперь. Да, ГАИ очень хорошо реагирует. Когда вдалеке стоишь, видишь там, какой цвет горит от этих полос, и сразу узнаешь, когда надо бежать и когда нет. Это мне дает как раз возможность быстрее дойти и узнать, во сколько и как не успеть. Я замечаю, да. Только что заметила. Да, это очень удобно на самом деле. Что обычно сейчас люди, я считаю, ковыряются в телефоне обычно. А так все видно, что можно переходить дорогу. Красная полоса воздействует на пешеходов еще и на психологическом уровне. Если раньше люди в ожидании зеленого сигнала стояли практически на проезжей части, то сейчас не заходят за линию. А она, между прочим, находится в метре от дороги. В лежащий светофор вмонтированы светодиодные лампочки, которые позволяют увидеть световой сигнал практически в любую погоду. Данные полосы установлены в проезжую часть, изготовлены они из ударопрочного пластика. Диапазон температур, то есть от минус 30 до плюс 30, что позволяет использовать в любое время года. Пока что такие полосы установлены на 10 пешеходных переходах. В скором времени их количество увеличится. Больше станет и светодиодных дорожных знаков, информационных табло. Все эти меры, конечно, важны, но простого и жизненно важного правила никто не отменял. Пешеходам смотреть по сторонам и быть уверенным, что вас пропускают. А водителям не забывать снижать скорость перед пешеходными переходами. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.